Так, привет. Решил записать видео. Проблема заключалась в том, что зарезервированного аппаратно слишком много был объем. Очень много. Там было порядка 100 мегабайт, а сейчас там порядка 2 гигабайт. Вот такая проблема появилась. Посмотрел в интернете, там разные советчики говорят, там то оперативку перещелкнуть, то ластиком потереть, все это может помочь. Но в моем случае это все было зря. И переставлял память местами, и протирал, и одну вставлял, вторую вытягивал. Все равно было больше зарезервировано, чем должно быть. Причем проблема появилась, ну, просто так, можно сказать. Решил очень интересным способом. Получается, если брать вот в загрузках, вот это выставлять, оно почти никогда не помогает, это просто забей. Нашел вариант решения просто в BIOS. В BIOS, вот где XMP профиль, там выставлено было у меня auto. Это материнка, где можно разгонять немного память. Всегда есть вот такой вот переключатель. И я просто выставил XMP профиль своей частоты памяти. То есть я знаю, что у меня 2400, две плашки стоят. Вот. И я по дефолту выставляю тот же профиль, что и в моей оперативной памяти. И проблема решилась. Сейчас доступно 7,9 с 8. Ну и зарезервировано аппаратно 55 мегабайт. Возможно, кому-то это поможет. Потому что я, ну, довольно долго шукал это, но оно было вот прям рядом. Спасибо.